для всех. Я ее проверил. Для гаишников, которых уволят, или для других сотрудников, которые потеряют работу. Это будет сложно и для новых полицейских, потому что запрос большой, очень большой. Завышены очень ожидания, какие они будут. А если честно, полиция – это зеркало общества, да? Они же такие, как и мы, обычные люди. Хорошие, плохие, слабые, более храбрые. Их надо будет поддерживать и направлять. А кого коснется, тоже пока неизвестно, может быть. И организация коснется всего министерства. Начинаем с блока общественной безопасности. То есть все подразделения, которые входят в этот блок, так и иначе будут реорганизованы, реструктуризованы, оптимизированы и так далее. Министр говорит, что в два раза зарплата увеличится, так ли? Она значительно увеличится. Минимум в два раза. Реформа – это некончаемый процесс, если честно, потому что даже сейчас вот такая традиционная страна, как Германия, рассматривает свою децентрализованную структуру и собирает ее обратно в центральную структуру. Так что меняется время, меняются задачи, и вот такие большие системы, как МВД, все время должны идти в шаг за новыми потребностями. По сути, как ремонт, да, можно отложить, но нельзя закончить. Нет, это плохое планирование, не это я имею в виду. Я сейчас имею в виду, что у нас есть первоначальная задача, мы построим эту систему, но она будет меняться, и это хорошо, что она будет меняться всегда. Что касается этапов, конкретных этапов наших реформ, у них будут даты, и мы об этом можем поговорить. Но опять же, чуда не будет, чуда нету, и в Грузии чуда не было. Это была долгая и сложная работа, и было уйма ошибок, и их надо было исправлять и так далее. Это рабочий процесс. Так же будет и здесь. Качественно новая полиция, когда мы уже поймем, что вот полиция у нас изменилась. Да. Я надеюсь, что в течение года у нас будут несколько конкретных результатов, которые мы можем судить и обсуждать. Не по теории, а в середине января мы представим вам план и начнем его имплементировать. А вы будете наблюдать и помогать нам.